Всем привет, и это полный обзор официальной версии iOS 7 на iPhone 5. Локскрин здесь выглядит замечательно, вспоминая бету, это прям небо и земля. На айфоне все красиво, то, что я увидел на презентации, теперь вижу на своем айфоне. В бете при открытии поиска в iPhone все лагало, но в оригинальной версии iOS 7 здесь такого не происходит. В уведомлениях есть долгожданный эффект полупрозрачности. И плюс шторка уведомлений находится перед иконками и надписи под ними. То есть иерархия и порядок. Погода меня вообще очень порадовала, потому что он не только показывает, сколько градусов за окном, он показывает, допустим, когда дождь, он показывает дождь. Если солнечно, он показывает яркое солнце, а если идет снег, он будет показывать снег. И выглядит это очень красиво. А про панель многозадачности вы, в принципе, все знаете, если смотрели обзор iOS 7 на iPad. Здесь выглядит все так же красиво. А камера меня серьезно порадовала не только замечательными снимками и эффектами фото, ну и трехкратным зумом в видео. Да, и чуть не забыл про папки. Туда вы можете добавлять до 3 страниц разных игр, приложений и программ. Калькулятор не выглядит по-другому, но изменился его дизайн. Календарь полностью изменился и совсем не похож на старый. А на этом все. Спасибо за просмотр. Это был канал Apple World. Подписывайтесь на нас, качественных видео подобных этому будет больше. Ставьте большие пальцы вверх. До скорого. Пока.